Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, друзья, мы с вами в прошлой серии захватили, короче, антенны, очистили от наемников там базу, короче, одну. Вот, теперь свободовцы у нас свободны, как бы, так можно сказать, вот. Окей, в комментах, короче, я просил вас написать, как попасть в ту штуку, короче, где вот летает светящаяся хрень. Вот, вы написали, что не помните, но написали догадку, точнее, предположение, как можно туда попасть. Можно чё попасть, вы написали, что, скорее всего, через базу свободы. Давайте для начала, короче, посмотрим. Осмотрим территорию, короче, может быть, да, может быть, где-то лазейка есть какая-то, вот. А дальше мы с вами уже отправимся догонять клыка на барахолку. Я думаю, что я отправлюсь через проводника, вот. Так, через проводника, о чем мне проводникам? Да, мне, в принципе, должно хватить. Так, а что мне вообще тут по боезапасам? Короче, у меня патрончиков немного от Ила. Так, под пистолета есть патроны. Ну и дробаш. Ну, в принципе, гранат целое море. Окей. Давай-ка здесь заглянем, короче, эти промтовары. Здесь смотри. Можно как-то вниз спуститься. Может как-то через низ, через подвал, может, как-то можно. Как-то здесь может пройти. Я не знаю. Это что такое? Это может сломать можно, нет? Так, где мой нож? А чё, он ножик так не достает, что ли? А, здесь вообще нельзя. Бляха, тут заколочено как? Я вот прям чувствую, что это то место. Что это то место, куда мне нужно. И не сломать никак. Так, окей, ладно. Будем искать дальше, ищем дальше. Может, дальше есть какие-то там проходы? Открытые. А. Окей, понятно. Здесь ни черта. Здесь ни черта. Так, а через верх, я думаю... А, я там уже проходил. Через верх, я думаю, нет. Что-то у Ашота здесь. Только здесь ты найдешь. Через саму базу, через ангар тут никак уж не пройти. Мы смотрели в прошлой серии. Давай-ка вот здесь вот посмотрим, короче, возле у периметра, короче, вот здесь. Может, как-то здесь можно пройти, пролезть. Так, давай-ка я ружье на всякий случай выберу. Как-то вот может... Какая-то лазейка-то должна быть, бляха. Должна быть. Погоди-ка, смотри. Может, через это, через кран подняться? Тут лесенка вроде есть. А ну-ка. Че, реально, что ли? А ну-ка. Так, бинты хорошо. А, и все, да? Здесь больше нет ничего. Дальше мне не пробраться. Паркура здесь, к сожалению, нет. Ладно, ищем дальше. Сейчас пробежимся так. Посмотрим. А ну-ка, погоди-ка. А если через окно, которое заколочено? Нет? Стопе, стопе, стопе. Ну вот в это окно я не запрыгну. Надо какое-то окно, короче, которое пониже, нет? Оно будет заколочено там? Какое-нибудь. Вот бляха, вот туда вот как-то. Мне когда вот в это здание надо попасть. Вот реально, чисто реально в это здание надо попасть. И через это здание, я думаю, можно как-то пройти. Хотя это может... Нет. Не ломается.
Не ломается, к сожалению. Бляха, печально, печально будет. Я очень хочу посмотреть, что там такое. Вот это вот сопряженное здание, да, да, получается? Вот оно. Вот оно, это здание. Никаких нычек нет. Так, обойдем его с этой стороны. Так. Ну, изнутри мы смотрели, что нет. Что нет, может через низ. А здесь тоже нет. А вот здесь мы ходили. Тоже нет. Ну-ка, как-нибудь, не знаю, вниз спуститься, упасть. Хорошо. Может, как-то здесь есть какой-то лаз, проход. Да херушки. Нет здесь никаких дырок. Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Тайник какой-то пустой. Да, печально, печально, очень печально, короче. Леха, выдохся. Очень печально. Я очень хотел туда попасть. Вот на той крыше мы были, тоже никогда нет. Да, очень печально. Окей, так, ну-ка, сейчас, сейчас. Один момент. Я сейчас, короче, пробегусь вот здесь вдоль периметра, еще тоже с этой стороны. Посмотрю. Может, здесь как-то можно попасть? Хотя нет, хотя нет. Хотя нет, здесь видишь все это. Ладно, окей, хрен с ней. Ладно, то мы всю серию, короче, убьем. Давайте пойдем, короче, к проводнику. И куда нам? Нам барахолка, барахолка нам нужна, барахолка. Я что, перегружен, что ли, так? Почему у меня быстро так это... Силы кончаются. Вроде не перегружен. А вот эта труба, куда она ведет? Она ведет куда-нибудь вообще? А, здесь заколочен. Ладно, идем, короче, к этому проводнику и барахолка. Так, а проводник у нас... Где у нас проводник? Вот это проводник? Что скажешь? Ты проводник? Да, куда можно меня отвезти? Так, барахолка, 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 свалка, бог, приемник. Вот, барахолка, 1200! Ну что делать? Пошли. Только здесь тебя поймут. Пошли. Если бы я здесь не бегал, то, в принципе, можно было и пешочком пройтись. Как раз то же время бы и истратили. Но так как мы здесь время потратили, короче, в поисках... какого-то лаза, вот, пойдем заплатим, короче, 1200, я думаю, еще накопим, еще накопим. Так, отлично, барахолки как раз нам вот здесь. А да ладно, он здесь? Ловушка?
ёптыть, отличный подвал! А сталкеры один за другим шо дурные прут? Чё им тут мёдом помазано? Да, мля, жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним! Прибыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. Наемник живой? Наконец-то оклемался. ПДА клыка где-то совсем рядом с тобой. Найди его. Да ладно, бляха. Ёпти мать! Да ладно! Да что, прикалываетесь, что ли? Мне все за... Да ладно! Вообще... ничего нет. Только этот детектор... Ха-ха! Детектор остался. Бляха! Клык, ситуация изменилась. Кто-то узнал, что мы были в центре зоны и открыл сезон охоты на нас. Надо действовать как можно быстрее. Подробный план найдешь в тайнике. Я сменил код. Наемник, это Лебедев. Информация с ПДА Клыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились выжить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Но выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. В ПДА Клыка остались координаты их тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. Так, опа, а что за флешка? Флешка с данным об усиленном армейском бронежилете. Окей. Так, найти тайник группы Стрелка. Бляха, чё, вы да реально что ли вы издеваетесь, эй? А как мне это... Опа, вернуть вещи. А, да ладно. Ой, хорошо, сейчас пойду и всех разнесу. Пойду и разнесу. Бляха, жалко, что автомат не здесь, да? Акашку-то я спрятал. Акашку я спрятал у свободовцев. Ну ладно. Пойдем с пистолета. Что делать-то? Так, а потом найти... Вот его. На свалку. Так, а это что у нас? Долг, смотрим. Там сталкеры. Так, погоди, а это... Так, это болото, чистое небо. Так, это у нас кордон. Это свалка. Вот это, судя по всему, агропром, да? Не агропром. Да. Это, судя по всему... Погоди. Тайник в агропроме. Тайник. Это не тот тайник, который призрака... Или как? Стрелка. Призрака. Стрелка. Который... В тени Чернобыля, помните, мы ходили там? Там еще этого встретили, короче. Контролера. Так, погоди, вещи свои. Свои вещи. Это нам вон туда. Так, а ножик. Да, ножик есть, на всякий случай. Я помню, я на арене-то ножичком, помните, да? Это вышибал, вообще нормально. Главное, чтобы их там не 10 человек было. Бандиты блокпост. Так, аккуратно. Надо подкраться так, чтобы они меня сразу не заметили. Зашибись! Так и знал, что гнали про эту аномалию.
Там еще группа, смотри, идет. Но эта группа идет на блокпост. Да где хоть одна башка? Только что же их видел. А во, погоди. Та-та-та-та-та. У меня уже кровотечение. А, у меня ж костюма-то нет. Граната, ёпти мать. Ну, началось, ёпти мать. Их там двое всего, походу. Но если... такими темпами я с этими двумя буду сражаться очень долго. Блеха, оставили бы хотя бы чуть-чуть. Так, а у меня граната-то... Нет, у меня вообще ни черта, блеха. Да в смысле, блях, вот этот пистолет говно такое, что... Еще граната опять, ну ёпти мать, а! Да как вы меня задрали своими... Как это проходить, блях? Как это проходить? Пистолет нихера не пробивает. Вот такое ощущение, знаешь, я стреляю этим пистолетом, такое ощущение, как будто пистолет вот этот стреляет, знаешь, такими маленькими-маленькими пульками, которые просто попадают в человека, и такие пунь-пунь-пунь, знаешь, это в кожу такие, даже не ощущается, просто даже комар сильнее кусает. В смысле, они до сих пор болтают? А мужики, ну, да типа я тоже не закрывал, знаешь? Так вчера бью... Не надо мне гранаты, бляха, ты задрал, собака! Ёпти мать, а! Это как меня начинает бесить. Жесть просто, жесть. Бляха, хоть возвращайся к свободовцам за этой, за акашки своей. Да хотя бы одного, ну бляха, ты чё такие бронированные? Готов. Аллилуйя, один готов, так, хорошо, хорошо, хорошо. Бляха, навскидку и то лучше стреляю. Собака ранил. Хавай гранату, падла. Да, 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 да. Все отлично. Так, мне нужны бинты срочно. Срочно нужны бинты. Так, где мои вещи-то? Ёпти мать, там у меня бинты должны быть. Отлично. Оп. Хорошо. Использован бинт. Отлично. Все. Теперь можно выдохнуть. Наесться колбасы с батоном и с тушенкой. Так, погоди, это что у нас? Так. Так. А еще один артефакт. А, вот. Так. Окей. Так. Выбросить. Да что, 19, да? Выбросить нахер они не нужны. И все, да? Флешка об армейском бронежилете. Так, сейчас их. Ублюдки.
А вот нехрен лезть, куда не приглашают. Чё? Чё? Это ты кому, слушай? Так, где второй? Вы забрали мои вещи, а я заберу ваши вещи. Брать-то нехер. И брать... А погоди, деньги? Ёпти мать, а денег-то... А вот денег нет, да? А денег-то все? Ох уж эти бандиты, уже прикинь, уже все пропили. Уже все пропили, ёпти мать. Так, ладно, отправляемся куда? Найти группу тайник стрелка. На Агропром? Ну пошли. Ну пошли. Все, да, у меня там других заданий нет. Да. Там уничтожить противников. Депо, это нафиг нам надо. Если предмет, все понятно. Все понятно. Плоть, мертвая плоть лежит. Ружгишка я возьму. На всякий случай выберу. Вдруг тут эти мутантики всякие. Кабанчики. А ну-ка. Так, там депо. Рядом с депо лучше не проходить. Ух ты! Ух ты! Ты смотри. Ух ты! Это. О, это я там тогда помню это. Мучился, да? Но мне туда надо, да? Через них проходить. Либо вот здесь. А, не через них. Все-таки через депо надо проходить мимо. Вот этих надо гасить будет. Ну окей. Может эти полегче. Там, кстати, смотри, какие-то. Это, бойня какая-то идет вообще непонятно. Вот постприемник бежит. Да он сюда побежит. Как ты бежишь? О, тихо. Еще один, да? Вон он. Все готово. Готовы! Отлично. Того я не буду, короче, шмонать. Так, 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 аккуратно, спокойно. Да блеха, возьми ты ее. Ёпти мать, еще бежит. Так, зырить в оба. Не вижу ни одного бляха. Главное, чтобы они гранатами опять не закидывали, короче. Так, сейчас прилетят, сейчас прилетят. Да ёпти мать, а? Я ж тебе говорю. Все отлично. Бляха патронов, патронов нихт. Мало, очень мало, очень мало, очень. Ёпти мать, а! Да сдохни, подло! Там еще. Еще где-то. А погоди, а почему два еще мне показано? Еще двое есть. Бля. Козел. В кустах, бляха. Сидел, ублюдок. Thank you.
патронов вообще нет. Патронов вообще нет. Зачем мне... Дайте мне от этого... От ила. Скиговна. И денег-то нету, чтобы купить, короче, патронов-то. Леха, как это все? Да нафига мне твой пистолет? Забери его обратно. Так, а тут ящик-то есть какой-нибудь с этими, с боеприпасами? Любому, по-любому должно быть какой-то ящик с боеприпасами. На таких вот блокпостах же, по-моему, всегда есть что-то. Я в белых кроссовках. Ни черта нет. Там ничего не заныкали. Так, ладно, ну мы хоть пробились, короче. С трудом, но пробились. С трудом, но пробились. Теперь, сейчас надо будет взглянуть на карту, куда нам надо. Не, ну мы знаем, куда нам надо, короче, найти тайник этот. А тайник, по-моему, если не ошибаюсь... Ты какого черта здесь делаешь? А ну, давай сюда, пока мутанты не набежали. Тайник, если я не ошибаюсь, находится, говорит, с командиром блокпоста. Вот так, да? Бандиты. Мутанты. С одной стороны бандиты, с другой мутанты. Агропром, пустый крест, под ним в могиле. Окей. Так вот, если я не ошибаюсь... тайник, по-моему, находится где-то рядом с самим вот этим НИИ, да? Или с, или с военными, там какая-то часть военная. Ну ты даешь, наемник. Где твоя снаряга? Тут, знаешь, вообще-то опасно. Без хорошего оружия и прочего никак. Монстры в последнее время совсем озверели. Так что мы готовы дружить со всеми, кто поможет в борьбе с зоной. Если хочешь заработать, поговори с командованием на базе. Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будешь. Время дорого, рассказывай. Дима жмот. Дима жмот. Так, погоди, 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 погоди. Тут у вас, смотри, тут всякие вкусняхи лежат. Я сейчас быстро. Пусто, бляха. Так, все быстро. Есть ящик. Так, парень, оружие спрячь. Погоди, ящик. Отлично, аптечка. Да улетела-то, бляха. А. Так, ящик, вот, ящик. Хорошо. Хоть что-то. Так, а что он сказал с этим? Поговорить с лидером долго. Ладно. Ой, патронов-то, бляха, мало. Слышал, нет? Че это, бляха? Ах ты, скотина! Твою мать, это что, где-то? Да, в кого вы стреляете-то, бляха? Да ёпки! Ухо-хо-хо-хо-хо! Кровососина, то есть. Ля, жалко чувака, да? Че, идем? Че, спокойненько-то? Валим отсюда. Живо, потом будете горевать. Огонь! Тихо, в кого? Тайник. Где-то тайник.
Народ, народ, я за вами, я за вами. Народ. Лехай, все не то. Народ, вы где? Вы где? Вы меня забыли. Погодите, ну. Куда убежали-то? Вот это вы. Это вы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что-то рычит. Так, это кто? Так, это снорки. Бляха, вот против снорков дробью было бы хорошо. А не дротиками всякими. Отработали! Смотри, убежал. На тебе. Тут дротик на дальнее расстояние, кстати, хорошо, наверное, бьет. Я его прогнал. Пошли. Держать позиции! Не, возвращается, тихо. Где он? А, нет, он свалил. Свалил он, пошли. Или вам обязательно его надо убить? Идем? Бляха, пусто. Идем или нет? Чё? Так и будете стоять здесь? Ладно, схожу я, замочу его. Чё вы? Стоят. Вон он ползает. Ну не до вас. Все. Выбили, урод. Стоят как копы. И чё, все? Вы здесь привал устроите? А это. Не вот сюда. Сейчас я вам сыграю, а? Чем сыграть? Нормально, а? Убери свою пушку, тогда и разговор будет. Так, ладно, друзья, окей, они сделали привал, и мы тоже сделаем, короче, привал. Вот, потому что у меня видос подошел к концу. Вот, дальше, значит, мы с вами отправимся поговорить с лидером долго, посмотрим, что он нам скажет, что он нам даст за задание. В принципе, можно у этого долго смотреть. Наверное, что-то, чем могу помочь, ничем, понятно, ничем мы не можем. Окей, отправляемся, значит, мы с вами в следующей серии сюда. По пути можно вот это взять в кустах. А дальше уже будем смотреть. По-любому там глава нам скажет, что за информацию там ты должен нам помочь. Там, короче, квестики будут по-любому, наверное, скорее всего. Окей, друзья. Садимся у костра. Так. Занюхали колбаской. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.